Число жалоб в сфере здравоохранения ежегодно растет на 10%. Как вылечить отрасль, обсудит в Москве на форуме Общероссийского народного фронта. Накануне этого события свои наказы передают делегатам из Омска. В числе главных – изменить стандарты. Еще с советских времен действует норма – уделять одному пациенту не более 20 минут. В итоге большую часть приема врач вынужден писать бумаги, вместо того, чтобы общаться с пациентом по существу. Но и попасть к врачу сложно даже активистам фронта. Записаться в 10-й поликлинике, я к ней приписан. Вот у меня жена к офтальмологу не может попасть в 4-й месяц. Я говорю, как взять талончик в регистратуру? Говорят, ну может быть на сентябрь. Через терапию. Это было в июле. О главных проблемах омской медицины смотрите в репортаже программы «Новости в пятницу».